Всем добрый день! Хочу записать для вас видео, как еще можно открывать много аккаунтов в одном браузере. На примере Google Chrome. Заходим в Google Chrome. Нажимаем на три верхние точечки справа. Дополнительные инструменты. Расширение. Мы будем использовать расширение. Еще расширение открываем, которая называется Session Box. В поиске вводим Session Box. Вот это расширение. Мультилогин позволяет нам открывать много аккаунтов в одном браузере. Вот здесь у вас будет кнопочка «Установить в Google Chrome», вы нажимаете, и он устанавливается как обычное расширение. После установки вы увидите у себя в правой верхней панельке вот такую коробочку. Нажимаете на нее. Здесь нужно зарегистрироваться. Регистрация. Вводите email, пароль. Подсказка пароля, регистрация. Итак, теперь на примере сайта ВКонтакте создадим сессию на несколько аккаунтов. Заходим на сайт ВКонтакте. Нажимаете на коробочку. У вас сразу тут высвечивается, что вы находитесь сейчас на сайте ВКонтакте. Нажимаете плюсик. Название сессии. Ну, например, это будет первая страничка. Вводим логин и пароль от своей странички. Нажимаем «Найти». Таким образом мы создали свою сессию на первую страничку. Чтобы добавить следующую страничку, снова здесь же нажимаем коробочку. На ВКонтакте. Видите, у нас появилась первая сессия. Нажимаем снова плюсик. Ждем, когда появится окошко наше, чтобы назвать вторым номером. Окей. Вводим следующий логин и пароль. Кнопка «Войти». Мы заходим один раз, и он сохраняет ваш логин и пароль. Можем сейчас все проверить. Заходим в Google Chrome. Открываем коробочку. Например, хотим открыть первую страницу ВКонтакте. Нам открывается первая страничка. Далее мы хотим открыть вторую страничку. И открывается следующая страничка. Так, на примере расширения MultiFox можно в Google Chrome использовать расширение Session Box. Всего доброго, до свидания.